дорогие друзья. По традиции московского Кубка мира по латиноамериканским танцам показательные выступления финалистов. Это действительно стало доброй традицией. Два года тому назад, впервые реагируя как бы на эмоции и приветствие публики, пары сказали, мы были бы счастливы еще раз подарить им всем по одному танцу. И вот эта традиция продолжается. Виктор Никовский и Лариса Давыдова. Лучшая российская пара на этом турнире. Ну, а вот на этот раз вы видите, Виктор с большим успехом и даже, по-моему, с удовольствием совершил эту прокатку на удивительно красивом паркете Кремлевского дворца. Виктор Никовский и Лариса Давыдова. Виктор Никовский. И им вручается специальный приз от компании «Орифлейм» как лучшей российской паре Кубка мира 97.